25 октября, сентября текущего года к нам поступил сигнал от организатора пастьбы, это тот, который пасет овец, организует, о том, что заболело две головы мелкого рога скота. Соответственно, наши ветеринарные врачи выехали на место и в визуальном осмотре увидели, что действительно больной скот, мелкий рогатый скот, с клиническими признаками, как лихорадка, из ротовой полости были видны такие бугорки, оспинки, температура тела повышалась. И, соответственно, они взяли биоматериал и было направлено в областную ветеринарную лабораторию. И вот буквально 29 сентября пришел результат от ветеринарной лаборатории, и поставлен был диагноз оспа.